Всем большой привет! Сегодня я ходила в Fix Price, зная, что по средам у нас привоз бывает. Привоз в среду и в субботу. Поэтому в эти дни лучше подходить к вечеру и, возможно, что-то из привоза получится купить. Шла я специально за блокнотами, которые увидела у некоторых девочек. Я хотела и блокноты, кто называет их волшебные, кто антистресс. В общем, эти блокноты с пайетками, но так я их и не застала. Ну и также я хотела блокнотики с котиками, тоже их не застала, но застала из этой серии другие. Ну давайте я начну издалека, что вообще было сегодня у меня в покупках. Нужная мне вещь, за которой я тоже, в принципе, шла, это вот такой поднос. Ну, расцветка, конечно, не та, за которой я шла, просто этот был самый непокоцанный, более-менее аккуратненький. Вот такой вот он высокий. Мне нужно было именно высота, и чтобы не было никаких выемок под ручки. Вот такой вот он будет симпатичный. Вот. И также то, зачем я обязательно сейчас шла, и мне нужно было срочно купить, это вот такая ложка. Наша разбилась. Единственное, в фикс-прайсе бывает вот сам орнамент, вот это вот аппликация, да, разная. Тут не очень интересная, были вишенки, лимончики и долька арбузика. Ну, как-то вот оно было по-детски так смотрелось. Ну, из всего, что там было, я выбрала эту. Даже лучше бы для меня, наверное, чисто была бы беленькая. Ну, в любом случае, ложка теперь у меня есть, она целая, а то наша разбилась. Так, если по посуде. Очень многие девчонки показывают сейчас разные тарелки в упаковках, посуду под такое стекло, под хрусталь. Я тоже взяла одну коробку. На самом деле, то, чего я хотела, у нас не было. Я хотела салатники вот такие под Apple, такое как полуоткусное яблочко. Но увидела вот эти вот розеточки, мне их тоже хотелось купить. Их две штуки в наборе. Выглядят они вот так, стоят 99 рублей. Вот моя ладошка, и вот так она смотрится. Она хороша под варенье, когда именно на столе, типа застолье, и вот можно варенье или лимончики, что-то такое мелкое. И также, когда чаепитие, очень удобно такие розеточки, пакетики заварочные, когда скидывать. Вот, тоже удобно. Ну и вообще, понятно, в любом случае, те же орешки или семечки, куда можно насыпать. Вот очень удобная, красивая такая тарелочка. Эти тарелочки небольшие, их в наборе идет две штучки. Мне они были нужны. И по названию две салатницы. А вот размер я не вижу, быстро не вижу. Вот, ну, в общем, вот такие вот. Очень удобные и красивые. Не знаю, для женщин более старшего возраста очень удобные. Там продаются вот эти вот панталончики женские. Я видела размер с 48 по 56. Вы знаете, состав 100% хлопок. Это для тех, у кого, может быть, есть бабушки, мамы пожилые. Кому нужны именно, вот, может быть, большие животики. Это классный хлопок, очень нежный, мягкий. Ну и вещь такая очень необходима для наших пожилых и взрослых уже женщин. Я вот советую присмотреться, потому что 50 или 55 рублей всего, это, ну, очень смешная цена. А вещи очень хорошие, качественные, 100% хлопок. Потом, очень из необходимого, у нас всегда дома нужны фонари. Давайте я вам покажу, какие взяли мы сегодня. Первый за 55 рублей я увидела. Для нашего фикс-прайса это новинка. Светодиодный фонарь. Он идет вот с таким откидным верхом. Мы с Максимкой уже, с моим сыном, вставили батарейки. Сюда батарейки не входят, в этот фонарь. Здесь надо... три штуки. Ну, это пальчиковые, да, получается. Давайте мы их достанем. Вот сейчас Максим здесь вот на камеру покажет, а я вам
покажу. Ты унес, да, вторые-то? А, сейчас. Ну, в общем, вот такие вот батарейки. Там продаются тоже по 55 рублей. И вот мы их используем. И также во второй фонарь мы будем вставлять уже 3А. Тоже 3 штуки. Вот эти по 55 рублей. Они у нас мизинчиковые, да, называются. Ну, в общем, мы их вот использовали. Ну что, Максим, покажешь, как он работает? Этот фонарь может, например, вот так. Сначала. Да, вот так он светит. Но это только начало. Посередине, видите, вот здесь, сюда до конца дальний свет. Посерединке выключается, а в эту сторону... Уже задний свет. Задний свет. И покажи, что можно с ним сделать. Вот сюда ставишь книгу, и либо вот так, чтобы читать на всю, или вот так. Ну и свет погаси, мне, Максимка, нужно, чтобы свет погасить. А. Вот так вот он светит. На самом деле это очень ярко, вы знаете. Даже для книги. Да, и если дома отключили электричество, то такой фонарь, это классно. Ну, понравился, на самом деле, понравился. И вот этот тоже, видно, светит хорошо. Ну, давай, выключай. Включай, наоборот. Максим включает, а мы выключаем. Вот такой класснючий, очень классный фонарь. Он был в разных расцветках. Батареечки вставляли мы сюда. Вот, довольные. Довольные мы? Угу. Да, мы довольны. А зачем нам такой фонарь? У нас бывает, то папа уже лег спать, а мы читать хотим. То Максим уже спит, а я читать хочу. И поэтому фонари у нас работают, когда электричество мы выключаем. И вот такой вот фонарь с подсветочкой очень удобен. Ну и второй фонарь уже Максимка взял его себе, да? Угу. Это фонарик Zoom. Да. Вот. У него размер меняется. Меняется размер. Сейчас Максим тоже покажет. Вставили мы сами батарейки. В фонарь батарейки не входили. На, показывай. У него может быть широкое увеличение, но зато не очень яркое. А может быть, например, узкое, но яркое. Угу. И вот так все больше. Больше и больше. Да, вот так вот. Он яркий. Это просто сейчас светло. Ну, выключи свет, тоже покажу. Вот. Ну, у этого уже не такая яркость, да? Он все равно яркий. Вот, и уже конкретный свет. И вот эта вот голубая подсветка, да, еще? Вот она красиво так отсвечивает, вот, видно вам? Ну, включай там. Вот. Ну, Максимке вот нужен был срочно такой. А мне, конечно, тот. Так, еще что мы купили. Сначала я очень удивилась, когда ко мне ребенок 10-летний подошел вот с этими мыльными пузырями. Я говорю: Максим, зачем тебе мыльные пузыри? Ты же уже большой. Не лопаются. Да, он говорит: мам, ну они не лопаются. И вот здесь вот как бы показано, видите, на руке. Но пока я вам буду показывать следующие покупки, я думаю, Максим нам сейчас на руке продемонстрирует. Из еды совсем коротко, как всегда, чай Лисма, индийский черный, 25 пакетиков, 25 рублей. Беру постоянно, нравится. Беру я несколько пачек. Также я уже все, наверное, понимаю, что будет паста коллекшн сейчас от меня. Да? Макаронные изделия неизменно. Я им не изменяю, верна, потому что это очень вкусные макароны. За 7 минут прекрасно варятся и хорошо кушаются. Они из твердых сортов пшеницы, 25 рублей пачка. В пачке 400 грамм. 25 рублей вот 7 Up. Мы берем такие вот, такое баловство только когда бываем в фикс-прайсе, и то не каждый раз, то есть редко. Вот. Всем по глоточку. Ну и Максимка говорит: мам, смотри, какая смешнючая, малюсенькая. 175 миллилитров всего бутылочка. Она... 12,50 даже стоило. Вот такой лимонад, старые добрые традиции. Тут больше впечатлила вот эта крошечная бутылочка, и взяли ради нее. Ну что у нас тут с пузырями? Ну давай, дуй мне их сюда. Нужно немножко так подождать. Они лопают. Ты их там перемешал? Сейчас. Так, сейчас мы проверим. Они очень густые в них. Ну давай, дуй. А то я тут так и буду с рукой сидеть, с протянутой. Но они, да, по составу-то они густые. Но лопают. Ладно, пока он будет репетировать, я вам буду самое интересное показывать.
Но пока пузыри меня не впечатлили, если честно. Хотя у них вот сама жидкость, она немножко другая, какая-то очень густая. Может быть, надо что-то сделать. Открути крышку, достань палочку, постарайся не проливать. Направь палочку в сторону и выдувай пузыри. Подожди пару секунд, и парящие пузыри можно будет поймать и потрогать. А, значит, тебе надо, Максим, вверх их дуть повыше. Надо, чтобы секунды прошли. Мыльные пузыри лучше пускать на улице. Если пузыри попали на одежду, они легко смываются теплой водой. Вот так. То есть я очень быстро их, видимо, ловила. Ну, посмотрим. Сейчас он попробует. И самое интересное, то, ради чего я вообще туда шла, я хотела закупиться блокнотами. Мне они нужны не только мне. Многие знают, что у меня коллекция. Но и на подарки. Начну издалека. Это то, что я взяла Максимке. Вот такая прикольная тетрадка. Вот по-другому, не люблю я слово прикольное по отношению к вещам, но тут вот по-другому не скажешь. Ну что? Этот пузырик, когда лопнул, он свернулся. У него такая оболочка появилась. Их правда надо ждать? Ждать надо, да. И лучше на улице. Видимо, на улице они лучше себя чувствуют и более густые. Вот такая классная очень тетрадь. 55 рублей она стоила. Блокнот на спирали. Ну, я ее на самом деле потом сниму, вот эту вот, ну, как сказать, упаковку, потому что я сейчас все тетради, какие у меня были вот в таких упаковках, упаковку жертвую вот на эти вот блокноты, потому что они идут зеркальные, без вот этой защитной пленки, и очень быстро царапаются. Взяла я наконец-то себе зеркальные блокноты, мне муж уже покупал. Темно-синий и золотой. Теперь я нашла розовые. 99 рублей они в клетку. У них есть и закладочка. И в конце идет вот такая резиночка, которую можно одевать уже вот сюда. Но я не буду, потому что будет тоже царапаться. В общем, вот такой розовый, который потом пойдет в эту слюду. Еще один розовый, это уже на подарок. И я взяла себе серебряный еще. То есть у меня есть золотой, и вот теперь еще розовый, серебряный, темно-синий и золотой. В общем, 4 получается. Так, несет, ну показывай. Получилось. Вот, смотрите, принес он этот пузырь. Не врут, значит. Просто надо ждать. Сейчас мы его попробуем. Вот, смотрите, что творится. У него оболочка. Оболочка, вот. Ой, я вам показываю или не показываю? Вот, его можно, правда, трогать. Вот он такой. Смешной. И уже тает. Но на одежде, судя по всему, видите, раз там написано, что можно отстирать или протереть тряпочкой, то, получается, пятна будут оставаться. Только он густой. Да, тут такая более плотная текстура. И текстура похожа на такое, как густое мыло-желе. Да? Угу. Как гель для душа такой густой. Когда, а когда засыхает, похоже на липкую паутину. Да, да. То есть это будет на одежде оставаться. То есть, вы знаете, я не знаю, нужно или нет такое детям. Потом придется стирать вещи. Дальше блокноты с зеркальцем. Зеркальные закончились. Теперь мне надо было срочно найти блокноты с зеркальцем. Я их нашла. Вы знаете, там такое разнообразие. Вот это вот зеркало, в которое можно смотреться. Вон, видите, мой холодильник с этими, с магнитами. Я взяла разные дизайны. Какие-то оставлю, может, себе, какие-то на подарок. Ну, себе-то однозначно оставлю. Вот так вот они смотрятся, интересно. 55 рублей, 96 листов. Вот такие вот симпатичные. Я покажу их уже по-быстрому. Вот второй такой. Не знаю, как вам, чтобы без зеркала. Очень оригинальные оба. Красивые. Третий уже треугольничек. И вот такой дизайн. Франция. Еще один. Такое тут зеркало-цветочек. И цветы. И с котиками. И зеркальце в форме котика. Вот такие вот белые и черные котики и сердечки. Очень понравилось. Прям довольная, как слоник. Мне кажется, и как подарок это замечательный. Ну и мою коллекцию, конечно же. Ну и самое интересное, это уже новинка. И для меня, и для многих будет. Приехали вот такие блокноты. Я сначала, когда видела в обзоре у Леночки, я смотрела.
Правда, тот, который показывала она, даже два с котиками. Дизайн тут кошечки, и там внутри будут кошечки. Я не нашла, у нас таких не было. Но я нашла другой. Вот такой состаренный мой личный дневник. Этот блокнот отличается от блокнотов стандартных больших. Он меньше размером. То есть, вот если сравнить вам вот с зеркальными, видите, да, что остается вот на три пальца еще. В роликах я думала, что он стандартный большой. Нет, он средний. То есть вот этого он побольше. Но между этим и зеркальным. Ну и давайте смотреть, что же это за блокноты. Они стоят по 99 рублей. У них все листочки разные. И на каждый оригинальный дизайн. Где-то надписи, где-то даты, погода, настроение, любовь. То есть такая прям девчачья книжечка. Это вот, например, девочке-подростку подарить. Мне кажется, будет очень интересно, очень оригинально. Вот так вот все смотрится. В магазине я сильно не листала. Я так вот по-быстрому поняла, что это очень интересно. И вот спешу поделиться с вами. Каждая страница оригинальная. Так, сейчас. Вот, смотрите, прям какое. Тексты песен, от которых я без ума. Но это вот чисто девчачий блокнот. То есть любой девочке в подарок. Это будет замечательно. Он тоже. Ну, красиво. Дальше остается интригой. Показывать не буду. Следующий. Он был тоже один, как и про дневник «Париж». Тоже я его покажу так чуть поподробнее, потому что он очень оригинальным оказался. Вот такое вступление. И тут уже, представляете, даже такие очень красивые картины. Зарисовки, картины. Вот так. Даже слов нет, насколько это интересно. 99 рублей за такой блокнот. Честно, не жалко. Скорее жалко в нем что-то писать. Потому что он сам является прямо произведением каким-то искусства. И он так весь оригинальный, интересный. Я не знаю. Слов нет, насколько это красиво. Каждый листок разный. Они не повторяются через какое-то время, они все разные. И представляете, там с кошечками были в двух видах. Ой, как мне хотелось. И именно с кошечками, мышкошатники, мы с кошечками не застали. Ну, застали, вот видите, другие, не менее интересные. Ну, вы поняли, да, насколько это интересно и красиво. Все, дальше интрига. Так, остальные блокноты, они идентичны, у них разный вот этот дизайн. Я вам сейчас покажу, какие. Вот такой. Импрессионисты. Вот такой блокнот. И вот такой блокнот. Вот из этих вот последних у меня два повторяются на подарочки. И давайте один из всех последних я вам тоже покажу, как он смотрится. Тоже есть титульный этот листок, который можно записать. Тут, представляете, да? Вот такая информация. Все сайты можно свои страницы записать. И давайте смотреть. Тоже очень оригинально оформлено. Ну,
я так вот восхищаюсь прямо. Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят. Вот так, это так и есть. Счастье рождается по крупиночкам. Все цвета хороши, надо только уметь писать ими. Очень красивые страницы. Даже вот некоторые, видите, картина, она сквозь как бы затушевана за листиком. В восторге. Это я по две, по три странички листаю. Давайте вот так чуть быстрее. Ну, вы представляете, в общем, насколько это 99 рублей. На сайте Лабиринт не купишь такие блокноты за 99 рублей. Я не могла, вот я все, что увидела, я их взяла, потому что, говорю, и себе приятно, и на подарок это просто восхитительный подарок. Особенно для того, у кого нету возможности, например, попасть в фикс-прайс или нету возможности купить. Ну, это очень приятный. Пошел в гости, подарил, и счастлив человек. Если я такая радостная в этом магазине стояла, то как будет счастлив человек, который это получит. Вот такие были у меня замечательные покупки. Для меня замечательные. Давайте я вам вот так вот пробегусь по чеку. Потому что, может быть, что-то не назвала, что-то, может, перепутала. Вы посмотрите. Так, дальше, наверное, одни блокноты. Да. Почти 2000 потратил. Ну, правда, 100 рублей примерно у меня на карту легло из этой суммы. 5%, кажется. Ну, потом надо будет сходить в декабре и уже с карты списать денежки. Потому что они, по-моему, до конца декабря. И потом с Нового года уже новые накопления, если я не путаю. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Не советую все-таки, я, наверное, детям брать эти пузыри, либо очень аккуратно с ними, под контролем взрослых. Ну, а потом в любом случае постирать, если не проблема, то пожалуйста. Всем пока!